Доброго времени суток всем любителям компьютерных игр. Мы продолжаем прохождение Dishonored. В прошлой серии мы остановились вот здесь, вот за этим агрегатом каким-то. И мы договорились... секундочку. Прям здесь, да? Договорились с Лег Джобом. Лег Джоб его зовут, по-моему, парнишка этот. О том, что... То есть... мы найдем код для того, чтобы взломать сейф какого-то торговца картинами, а он взамен разберется с братьями Пендлтонами, которые похитили Эмили. Каким образом мы сможем их и не убивать вовсе. Так, тут куча охраны, блин. Там еще один идет. Да, сюда идет кат. Ныкаемся. Пусть пройдет. Так, вы далеко? Так, ладно, иди спокойно своей дорогой. А мы пойдем своей. Никуда здесь запрыгнуть нельзя. Так, ее, видимо, надо спасти. Что нам сделать? Ну, выбора как бы нет. Смотри, он живой, а? Умри. How can I thank you? I have nothing. Wait, take this. It's the backdoor service key to Bunting's house, the art dealer on the main street. I used to work for him, you know, before the plague. He's let all his servants go, but he's still there, probably hoping he'll be able to sell something from that safe of his. I don't know what he has left, but it's all I have to offer you. Please take it. Хорошо, девушка дала нам ключ от... Служанка торговца картинами дала вам ключ от черного входа. В доме торговца могут быть очень ценные вещи. Это очень кстати, я вам скажу. Так, эликсир Соколова мне не нужен. Вот, медная проволочка мне пригодится. Все-таки 10 монет за нее дают. Так, я могу сложить эти трупы в мусорный бак? Могу. А закрыть нельзя? Можно. Вот и славненько. Кошель. Хорошо. Здесь что написано? Long life the Empress. She was a wench. Так, ну теперь нам надо пробраться к торговцу картинами, видимо. Так, давайте посмотрим по заданиям. Так, устранить Пендлтонов. Разыскать золотой кошки торговца картинами. Так, ну по памяти что ли идти мне? В принципе, я думаю, я не заблужусь. Просто мне придется пройти назад. Так, ты иди отсюда. Да, ты запарила, блядь. Наблевала на меня. Так, здесь шарится охрана. Эй, ты что кидаешь, блядь? Сохранил, что ли?
Ладно, трогать не будем их. Пока. Пока они нам не мешают. Так, вот туда бы мне наверх. А, наверх. Ну-ка, вот отсюда я смогу. Что-то не получается. Ну-ка еще разок. О, получилось. Хорошо, прекрасно. Вы меня не видите. Так, вон там находится дом торговца картинами. И нам надо туда пробраться. О, ассасин, смотрите, чего от него осталось. Одни ножки, даже рожек не осталось. Секунду. Так, Гриф, у тебя... Какая-то была шняга, которая мне нужна была. Покажи мне свое добро. Че у тебя там в штанах? Так, вот это вот. Чертеж формулы Соколова. Формула эликсира Соколова. С ее помощью Пьеро может создать напиток, который восстанавливает здоровье и защищает от крысиной чумы. Вот это я хотел купить у него. Так, вот эти усыпляющие болты у него очень дорогущие. Поэтому я не буду брать. Пошел он в пень. Так, вот тот самый, та самая дверь в квартиру. Теперь у нас есть ключ. Да, в квартиру. Так, кто-то есть. Сердце, говорит, используйте. Ну-ка. Ага, вон там он. На втором этаже. Что такая квартирка у него, столько охраны. Fine wine, хорошее вино типа. Кто-нибудь есть здесь? Вроде тихо. Какая-то разруха у него в квартире, да? Как будто он здесь и не живет, ни хрена. Так, давайте похаваем, похаваем. Это что такое? Все схаваем, блин. Даже если не надо, все равно схаваем. Это надо нам. Что еще есть у него здесь? Целебные травы. Зеленые травы. Что за дверка? Да я не пойму, это гробы что ли? Нахрена ему здесь гробы, а? Понятно, лучше сюда. Ящики какие-то. Ну, больше, блядь, похоже на гробы, чем на ящики. Еще одну дверь видел, но это, видимо, выход куда-то. Да? Ага, дверь на бульвар. Клеверинг. Здесь чего-то он забаррикадировал. Все, ну мы можем пробраться вот с той стороны. Надеюсь, нас не услышит никто. Ох, ёпта твою мать. Валим, 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 валим. Ой, валим, 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 нет, нет, нет. Эй, мышуня, вы чё, блядь? Так, чё с вами делать-то? Вот почему он забаррикадировал. Да хотя бы эти баррикады. И чё я сделал?
Можешь вселиться в одну из них? Давайте попробуем. А, вот вселение. Ну хватит гонять. О, смотрите, на одну плюсу поставил мину. Она с миной гоняет. Сучка. Ну чё я не вселяюсь-то? Препятствия на пути, говорит. Мышки. Прям в ту, у которой миной я вселился. Тут так вроде ничего нету. Мышки, вы за мной не бегаете случаем? Твою мать, не добежал я. Ой, блин. Крыса меня не видит оттуда? Вроде нет. Я все-таки хочу попробовать с миной. Так, крысочки. Давай ко мне. Вроде я добегу, если тупить не буду. Так. И потом все... А, не то. Селиться в эту крысу. Где она там? Блять, не в ту. Я вообще не в ту вселился, мышку. Ты кончай за мной ходить, а? Еще кто-то есть? Ох, блядь, сколько у вас здесь? Так, подождите, подождите. Да твою мать! Ты еще живой, сука? Как неаккуратно. Эх, совсем неаккуратно, ну ладно. Так, какая-то картина, смотрите. Свет по инверсной кривой. Автопортрет Соколова. Ну ты и урод. 300 монет за него дали. Нехило так. Так, никого больше нету. А, здесь это должно быть сердце. Ой, сердце, говорю. Руна. А, еще выше. Ну ладно. Так, дайте обследуем второй этаж, потом пойдем на третий. Айс, глаза, говорит. Это выход на бульвар. Что такая разруха-то у него дома, я, блин, вообще не понимаю. Он здесь живет? Нет. Видимо, что нет. Так, здесь что мы имеем? Уже вижу сейф. Ящик пуст. Крыша текет. Ну вообще полный пиздец. Здесь что у нас? Эту картину можно с пиздюханить, я понимаю. Дауд и парабола ушедших дней. Какой брутальный мужчина. Спиздюханин.
Так, костяные амулеты. Я такое читал. Ой, я такое читал. Это книга какая-то оригинальная, да? Что тут у нас еще? Денежка. Золотая кошка снова открыта. Мистер Бантинг. Я знаю, с каким нетерпением вы ждете, когда золотая кошка вновь распахнет двери. Должно быть, вы так страдали, бедняжечка. С огромной радостью приглашаю вас на пышную церемонию открытия, которая состоится завтра. Заверяю, что после случая чумы мы вычистили все заведение сверху донизу. Мы готовы принять вас как подобает. Здесь все вас любят, а половина девочек считает вас своим другом. Мадам Пруденция. Главная мамашка, видимо. Так, ну и... Как бы комбинация от сейфа. Нужен код от сейфа, ну понятно. Так, это все понятно. Видимо, нам опять золотую кошку. А нахрена мы здесь были? Ну, видимо, нам надо было сначала золотую кошку, а потом уже сюда. Поэтому выходим на бульвар. Ой, пардон, там же где-то было... руна. Надеюсь, она не в сейфе. Блять, она в сейфе. Так, мы оказались прямо напротив дома Гальвани. Так, я тут спущусь без травм. Без травм, видимо, это вот так. Что же вы сюда все прийти, а? Здесь меня вроде не видят. Можно, в принципе... Вот здесь вот, как вы меня спалили, что ли, такое? Крыса? Да, крыса. И там всякие вот эти зараженные. Так, тихонечко. Ой, идет, смотри. Ты меня не видишь. А я тебя вижу. Так, тоже ушел он. Ой, блядь, да сколько же вас там? Может их отвлечь? Вот. Ох ты ж мать твою. Он через эту не пролетает. Да блин. Ну запарить, а? Хоть кто сюда. Попробуй проверь, блядь. Придурок. Да, откуда ты знаешь, что меня даже не видел? Ты тоже хочешь проверить? Нет, этот оказался поумнее. Да вот ты запарь какой-то неугомонный, а? Иди по своим делам.
Так, вот здесь снизу где-то можно было пролезть, вот здесь вот. Пожалуй, думаю, надо усыпить. Сука такой, вот надо было туда заглядывать, а? Так, ты иди по своим делам. Монтажный инструмент. Медная проволока. Здесь у нас что? Целебный эликсир Соколова? It is now a minor criminal offense to offer this man aid or housing. Так, рапорт стражи. Всем офицерам стражи, бульвар Клеверинг, ведущий на площадь Холджера, будет закрыт до особого распоряжения в канцелярии Верховного Смотрителя. Произошло чрезвычайное происшествие. Ну это да. Поэтому все контакты со Смотрителями впредь должны осуществляться только через меня. На прежнего Верховного Смотрителя Тадеуса Кэмпбелла наложено клеймо еретика. А каждый, кто стал жертвой этого религиозного ритуала, подвергается безжалостному гонению. Это прекрасно. Кэмпбелл лишен всех полномочий и привилегий. Любой, кто вздумает оказать ему помощь или дать приют, подлежит аресту. Это относится и к солдатам стражи. Капитан Натан Мортимер, отдел по связи с аббатством. Хорошо, мы так поднасрали нашему Верховному Смотрителю. Заклеймили его, и он стал сам еретиком. Так, ну куда нам уйти-то, мать вашу? Сейчас посмотрим. Нам вообще золотую кошку. Золотую кошку. Это вот там, вот, 53 метра. Так, отсюда как-то не пройти. Так, мы идем на него прям свиньёй. Давайте сделаем вот так вот. Да блин, за что цепляешься? На у тебя. Кто тревогу включил? Вроде нет никого. Кто тревогу включил? Итак, золотая кошка 27 метров. Так, сюда мы запрыгнем, интересно. Да, смотрите, как. Запрыгнули. Вот и наша золотая кошка. It's a golden cat. О, мать вашу, смотрите, это вышка. Интересно, ты так не поворачивайся, вышка. Интересно, на вышку я смогу залезть? Да. О, круто, мы перенастроили вышку. Ха-ха. Мне нравится. Я думал, что вышка управляется людьми, но, видимо, нет, она полностью автоматическая. Так, где-то рядом есть руна, говорит, или костяной амулет. 21 метр, ну это там. 25 метров где-то под землей. Золотую кошку. Свой стиль игры в выбор. В следующей зоне есть множество обходных путей и лазеек, позволяющих выполнить задания разными способами. Ищите выступы, на которые можно залезть. Обращайте внимание на крысиные норы, стоки и укромные места. Хорошо, как бы нам говорят, что мы должны не свиньёй идти. Потому что, видимо, нас здесь не любят. А, крыс, маловато вас, поэтому вы боитесь, да?
Так, пойдем. Так. Ты там далеко? Множество обходных путей, он говорит. Пока вижу только такой. Ну, сып, гаденыш, а. Так. Сердечко, ну-ка подскажи нам. Да, нет, не то. 61 метр, руна 59 метров, руна 61 метр, руна 16 метров. Насвистывает песенку из этого. Ой, ты меня можешь палить так. Песенку из заставки насвистывает, из трейлера. Ага, здесь еще выше можно залезть. Никого там нету? Вроде нет. Зато там есть, видимо, костяной амулет. А, это даже руна. Отлично. Эти двери накрываются, что ли? А вот окошечко есть. Золотая кошка. Вот он, это заведение. Ух ты, смотри, кто там такой. Ты какая? I say we take the fight to them. There's no proof. The rats are the proof. They're still just rats. Just rats. Rats that can strip a corpse to nothing in seconds. That's from the continent. Так, теперь как нам пробраться? Этот хер что там делает? Что-то изучает. Ух ты, там еще кто-то ходит. Я бы предпочел бы всех поубирать, чертовой матери. В кустах нельзя прятаться? Так, я не знаю, кто ты. Кто ты такой? Но тебя мы ограбим в первую очередь. А во вторую очередь мы тебя обезвредим. И спрячем. Как-то не очень-то хорошо мы его спрятали. Это рядом, говорит, есть руна или костяной амулет. Ну как рядом? 38 метров, 26 метров и 20 метров. Это где-то внутри золотой кошки. Так, вроде бы рядом никого нету, только на втором этаже вот этот. Кукин там что-то кашляет, кукает. И поэтому давайте на этом серию закончим. И уже продолжим в следующий раз. Думаю, вот тем маршрутом мы пойдем. Чтобы... Ну-ка. Или, не знаю, прям свиньей пойдем сюда, через главный вход. Хотя в таком костюме, не знаю, пустят ли нас. Но в любом случае, всем желаю всего доброго. Прощаюсь с вами, до новой серии, пока.